Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Петухова Анастасия Анатольевна. Я из города Екатеринбурга. Сегодня я посетила курс Житких Ольги Евгеньевны по работе врача-гигиениста. Я работаю врачом-терапевтом-пародонтологом, и тема гигиены меня очень интересует, потому что с этим мы сталкиваемся ежедневно. Из курса для себя я узнала много нового. В частности, как выстраивать правильную работу с пациентами некоторых различных психологических типов. У Ольги Евгеньевны очень большой опыт в работе с различными пациентами, и детьми, и взрослыми. Также Ольга Евгеньевна нас познакомила с различными методиками проведения профессиональной гигиены, с их наблюдением, с наблюдением пациентов в динамике. Также Ольга Евгеньевна познакомила нас с различными средствами индивидуальной гигиены. Также на курсе мы разобрали различные клинические случаи, где использовался комплексный подход различных врачей различных специальностей к определенному пациенту. Ольга Евгеньевна нам показала, как врачи работают в группе, как они работают совместно, чтобы пациент получал именно помощь по различным направлениям стоматологии.